Всем привет, с вами я, Элиза, и мой канал Элиза Подписчика. Сегодня я веду репортаж из Суворовского источника номер один. Здесь также известен как термальный источник. Сейчас я сижу внутри. Здесь, внутри этого комплекса. Его можно найти в помещении и на улице. Здесь есть несколько бассейнов. Вот этот. Есть еще бассейн температуры 42 градуса, 15 градусов, 40 градусов. И, конечно же, детский бассейн 36 градусов. А сейчас я вам покажу удивительное открытие, которое я совершила в этом термальном комплексе. Итак, вот он, живот. Сейчас он отдыхает на металлическом лежаке. Называется «Папа Тюлень». Он очень любит отдохнуть. Обитает в основном в теплой воде. Ну а так как сейчас теплых водах не очень много где найти в природе, он лежит в комплексе термальных источников. Ну а на этом все. С вами была я, Элиза, и мой канал Элиза Путешествует. Всем пока!